Добрый день. Вот давайте познакомимся вот с такой замечательной собачкой. Вот зовут ее Уги. А вот это спасительница этой собачки. Маша, хозяйка. Его хозяйка. Вот, что с этой собакой произошло? Сейчас она нам скажет пару слов. Я так понимаю, что собачка отказная, да, и вот теперь попала она наконец-то в хорошую семью, которая готова ей заниматься. Хозяином что-то случилось, да, Маш? Хозяин, со слов вот родственников хозяина, хозяин умер. И полтора года собаки, и за ним не хотят родственники ухаживать. Родственники молодые, ну, такие, скажем, булдыжные. Такие условия были. И вот отдавали в добрые руки, в дар, что называется, ему полтора года. Ну, он невоспитанный, да, то есть он не занимались им, я так понимаю, ни дрессировкой, ни воспитанием. Ну, вот мы решили заняться вот этой собачкой, да, чтобы сделать из нее как адекватную городскую собаку. Вот такая у нас задача. Мы хотим задачи, да, поставить. Насколько это возможно, с учетом, что это охотничья собака, породы, и они дрессировки достаточно сложно поддаются. Ну да, но тем не менее, да, собака должна быть адекватна городу, то есть она должна знать основные команды, да, подходить беспрекословно к хозяину, то есть нет каких-то очень высоких целей, да, но тем не менее, там, команды ко мне, да, мы хотим выучить такие основные команды с этой собакой, да, чтобы она, что не подбирала на улице корм, да, не прыгала на людей при знакомстве, подходила ко мне беспрекословно, шла рядом и останавливалась, да, потому что много опасностей. Это может быть машина, и чтобы по команде стоять, она вставала как вкопанная. То есть вот такие у нас как бы задачи, и вот этим мы хотим с Машей заниматься. Вот, надеемся, да, надеемся, что собачку мы приучим. Собачка очень симпатичная, хорошая, добрая собака, но она, да, просто она не знает команды, потому что с детства с ней вот не занимались именно этим. Хотя хорошо, что она добрая, не агрессивная. Вот это большой плюс. Я собирала аккуратно, что говорил, нельзя на диван. Я руками, он на меня подписывал. Боялся так. Да. Он боялся, что ты его очень сильно накажешь, наверное, ударишь. Я, конечно, да. Наверное, не могу утверждать, но вот по повадкам собаки, я думаю, что имело место быть, у него и шрамик на носу какой-то. Уж как он получил, я, конечно, не знаю, и не буду наговаривать на людей. Но вот то, что сейчас я могу на данный момент, на сегодняшний, снять его руками с кровати, и он мне ничего уже не делает, не писается. Начал доверять, он месяц у вас. Месяц, вот 17 декабря исполнился месяц. Мы его забрали, вот, Ну так хорошо, ладно. Будем сейчас с ним заниматься. Да. Да. Хорошо, гуляй. Хочу сказать, что на команду ко мне он, в общем-то, не реагирует сразу, как правило. Да? Пока я его не начинаю поводком к себе дергать, он по команде ко мне не бежит, а он должен это делать. Да? Он должен сам по команде ко мне бежать. И значит, тут задача какая? Он гуляет, отвлекается. Мы даем ему команду, подправляем его поводком в свою сторону и делаем вид, что мы немножко отходим, так, чтобы собака интенсивнее бежала. Да? Потом даем ему лакомство, когда он подходит, хвалим его и даем команду гулять, чтобы он понимал, что он дальше может бегать. Вот. И так мы повторять должны, ну, раз 30. Мы можем это делать по очереди, в общем-то, с тобой. Вот. Гуляй, Оги. Гуляй. Ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Мало. Мало. Ко мне.